Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде, если я помню, мы словили шайни покемона, это у нас Нидорина. И в принципе все. Кстати, вот, я уже немножко прокачал наши Иви счастья, 70 штук, это как-то даже очень легко качается. Я что-то сначала как-то затупил, просто выпускал ее. Ой, что-то ключ. А лучше всего просто нападать на какого-то покемона и убивать его. И я так и уже 70 штук прокачал. Так, меня глючит или меня глючит? Да вроде нет. Ладно, пойдем дальше. Кстати, еще одна Райкваза заспавнилась, когда я играл без съемки. Вроде, если я помню, да. Так, сейчас. Сейчас. Давайте все-таки прокачаем нашу Иви. Или же. Вот. Так, у нас один алмаз. Нужно еще два. Идем и, короче, прокачаем нашу Нидорину, да. Ну, эволюционируем с помощью лунного камня. Так, алмазы у нас в первом доме. Еще я сейчас, дорогие друзья, что-то вам скажу, а то меня вот это уже бесит. Так, что я хотел? А, алмазы, вот забыл быстро. Так, 1, 2. Вот как раз. Так, так, секундочку. Выбежим сюда. Посмотрим, может вдруг... Это что за хрень? А, это я выкидывал. А чё она так долго вот валяется? Я это выкидывал, ну может... Когда я играл без съемки, я это выкидывал, ну может... Не знаю когда, но... Много времени уже назад, оно еще до сих пор тут валяется. Во капут. Так. Сейчас я просто пойду посмотрю, может вдруг кто-то заспавнился. Ну да. Много кто заспавнился. Ладно, пойдем, короче. Так, у нас второй дом. Нет, не этот вход. Чё-то я всегда как-то... сразу покупаем. Где у нас? Вот она, у нас вот тут. Один лунный камень. А, да, алмазы забыл поставить. Вот. Так, ну чё, вытаскиваем нашу Shiny Иви. Какой нафиг Иви? Шайни Нидорину. Так, куда ты побежала? Вот тут. Вот так. Пу. Ну чё, наша? Шайни. Давай, эволюционируй. Чё-то простыл немножко. Так, извините. Ну давай, прокачивайся уже. Недоринки. Ух, ни хрена себе, зеленая. Сейчас мы. Так, пока что иди сюда, Райкваза. Нидоран Квин. Сейчас мы сравним вас, друзьяки. Обычная Нидоран Квин и Шайни Нидоран Квин. Ну, это синяя с белым. Ну да, можно и так сказать. Да твою мать. Не знаю, какой это цвет, ну, белый, темный, ну, серый какой-то. Это зеленая такая. И вот такие как-то розовые или что это такое. Ну, что это такое. Нет смысла сейчас разбираться, какие на цветы. Ну, в принципе, разные, да. Вот, даже в меню окошек вот это синее, это зеленое. Ну да, отлично. Уже имеем двух шайни. Сейчас мы их подзываем. Поставим наш компьютер. Что я хотел? Вот что я хотел. Вот так. И Райкваза. И кого бы сейчас прокачать? Давайте мы прокачаем. Випинбелла. Да Випин... Хрен его знает. Да Випинбелла еще нужно вроде покупать камень листве или не покупать, а лучше всего... Как раз, вот, как раз сейчас будем идти качать Иви, я как раз найду 9 штук камня листвы, и потом прокачаем Випинбелла. А сейчас мы прокачаем хрен его... Ну, давайте вот это, да. В сундуки бы поскладывать все вот эти... Так, где у нас ресурсы? Вроде вот тут, да, вот тут. Давайте вот это все поскладываем. А где у нас хлам? Хлам у нас тут. Ну, не хлам, а разные вот эти все. Вот так.
Вот так, вот так. Отлично. Что у нас? Тут у нас уже ничего, я уже все выбрал. Отлично, идем дальше. Никто не заспавнился в чате, пока я не видел. Легендарный какой-то там, да? Так. Сейчас по поводу объясню всем, кто не в курсе. Какая нахрен подводная, подземная лаборатория команды R? Вы что, дорогие друзья, ну откуда вы это взяли? Ну я понимаю, там, да, у Писа была серия, когда он нашел там подводную, какую-то подводную, подземную лабораторию команды R. Да вы, ну что, да вы что, серьезно? Да он же мне сам сказал, что это он просто для сюжета, как бы, сам ее построил и сам ее туда пошел. Нету никакой нафиг подводной лаборатории команды R, твою мать. Сейчас я вам найду вот тот камень, который светится. Каждый мне почти пишет, вот, у тебя там под водой, ты там пробегал мимо, у тебя там какая-то лампа светилась, вот эта лампа, это вход в подземную лабораторию команды R. Какая нахрен в жопу лаборатория? Я сейчас вам покажу, это обычная лампа, ну, в смысле не лампа, а камень. 9 штук камня и получается водяной камень. Нету никакой подземной лаборатории R, ну... Дорогие друзья, ну это бред. Не, ну в принципе, ничего не говорю. Пис отлично придумал. У него там подземная лаборатория команды R. Он сам мне сказал, что он как бы сюжет, просто ради сюжета ее построил. И это круто, но просто вы это говорите, как будто это... Как это можно сказать? Как бы это вообще встроено в Пиксельмон, что как бы в нем уже есть вот эта лаборатория, что... Это как бы задумка мода, но нету никакой лаборатории. Это просто Пис захотел, и он построил, и все ради сюжета. Хара писать, что вот у тебя там камень светится в воде, иди там подземной лаборатории, там U2, там U3, U4 и два окаменелых покемона, еще там не знаю что, иди туда. Нету никакой подземной лаборатории. Капут, сейчас. Где вот тот камень? О! О, не зря я сюда пошел. Нашли мы босса. Ну, я, короче, думаю, все поняли. Нету никакой подземной лаборатории команды R. Че, он пропал? А, тут. Че, напугал. Давайте прокачаем Иви. Чаризар. Так что, дорогие друзья, я думаю... О, сам взорвался. Отлично. Так что, а что, с него ничего не выпало? Вот зараза. Так что, дорогие друзья, я думаю, все поняли. И я думаю, не нужно будет повторять в два раза. Два, три, четыре раза. Еще раз повторю. Нету никакой подземной лаборатории там команды R. Просто-напросто нету. Все. Если вы увидели, что, вот, например, у Писа, да, что он там нашел лабораторию, ну, это просто он построил ради сюжета, чтобы просто удивить вас. Вот там лаборатория. Я ничего против этого не умею. Отличная задумка, но у меня этого нету. И харе писать на каждый подводный камень светящийся, то бишь... О, Чикарита. То бишь... как это... Ну, водный камень, 9 кусков, да, и получается водный камень, с которого эволюционируешь покемонов. Вот это, а не подводная лаборатория. Все, я думаю, дорогие друзья, я объяснил, и больше таких вопросов, таких запросов не будет, что вот там что-то светится, иди найди там Мьюту, да. Так что, дорогие друзья, я думаю, все разъяснили, все понятно. Так что, дорогие друзья, харе вот такое писать. А, потому что это неправда, да. А так задумка отличная, я ничего против не имею. Просто у меня вот этого нету, и меня как-то это... Люди думают, что это как бы встроено в Пиксельмон, да, что... Вот, разработчики это сделали, то бишь ее можно найти, но ее нету. Фу, так что, дорогие друзья, я думаю, всем понятно, да. Давайте пойдем в джунгли, там, я думаю, как раз деревья большие, нам нужно 9 штук найти камней листвы. Так, сколько Виви уже? 75, отлично. Так, секунда, да, вот так,
Ну чё, пойдем искать камень или листвы? Как раз будем в джунглях, может вдруг кто-то заспал. О, ни хрена себе, я даже не заметил, что там пуки-центр. Ну ночью тут, конечно, не очень так ходить, ни хрена не видно. А, камни листвы, камни листвы, камни листвы. Мью, мью, мью. Нету и ни того, ни того. О, яблочко, яблочко, яблочко. Так, 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 так. Идем мы, короче, дальше. Ни хрена не вижу. В принципе, вижу, но... Волторбы. Вот вас я вижу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нифига нету. Давайте пойдем домой. Манал я вот так ночью блуждать по лесу. Так, все. Спим, спим, спим. Отлично. Так, никто не заспавнился? Никто, никто, никто. А вдруг, может, кто-то... О, Райдон, отлично. Ух, ни хрена себе, сколько аронов. Не-не-не, давай, давай, быстренько убивай его, чтобы я на тебя напал. Убил? Убил, отлично. Сейчас мы тебя убьем. Так. Отлично, отлично, отлично. 80. Ну, по 5 где-то идет. С одного покемона. Ну что, побежим мы тогда опять в джунгли, или опять в лес, или опять еще куда-то. Вот бы нам тут, мне бы тут, ну в смысле, нам бы тут Дайла найти. Че он хрен спанится? Я его помню один раз нашел, и то без съемки, но... А, и то не словил, а случайно убил. О, зараза. Или камней нету, или я просто их не вижу. Наверное, не знаю. А вообще, Magikarp боссы вообще бывают, ни разу не видел. Честное слово, ни разу не видел. Просто я на них так внимания не обращаю, потому что их кучи. Поэтому я, наверное, просто на них внимания не обращаю. А, кстати, кто знает, какой Magikarp, как бы, если он шайни, какой он по цвету, чтобы я знал. Смотреть на Magikarp'ов иногда, может, вдруг шайни попадется. Но я знаю, что Гюардос, или как он там называется, когда он шайни, то он вроде красный. Ну, когда он нормальный, он синий, да? А когда он шайни, он красный. А вот какой Magikarp, не в курсе. Ах, ладно. Чё-то ни хрена не вижу в этих лесах. Ни покемонов, ни вот тех камней. Хрен, так, чё, твою. Хрен его знает, хрен его знает. Не вижу, честное слово, не вижу. Они вроде не такие, как были в предыдущей версии Пиксельмона, как бы они более такие темные под цвет лист. Ни хрена себе лаг был. Они более такие темные под цвет листвы, поэтому хрен найдешь. Хрен найдешь их. Да ну нафиг, ничего вообще нету. Да, давайте пойдем в первый дом. Во, глючит капут. Так, пойдем сюда. Ну, до сих пор валяется эта хрень. Капут. Я ее выкинул, уже не помню, сколько времени назад, она еще до сих пор там. Пойдем в третий дом. Голдак, голдак, голдак. Отлично, ты тут заспавнился. Ты где-то 30 уровень, да? Приблизительно. 45-й. Еще лучше. Давайте райквасу, райквасу. То нету смысла Чаризарда против голдака. Ну, в принципе, мы его за нефиг убьем, но... Огненной против водяного как-то. О, кстати, мы сейчас вот тут...
Твою мать, извините. Чудо горло. Сейчас мы тут пробежимся по берегу. Вдруг кто-то дайл будет. Вдруг. Так. 92, нормально. Уже нормально. Лапроса у нас нету еще. Твою мать, я только сейчас вспомнил. Блин, такой покемон, но у него даже эволюции нету, да? Только вот Лапрос и все. Как я знаю. Воглюки. Че за фиг? О, две подводные лаборатории, подземные лаборатории команды R. Вот одна, вот другая. Идем? Нет, не идем, потому что их нету. Так, никого нету, никого. Вот тут мы мундкипа нашли. Я помню. И больше никого. Никого. Только лаги. Фиг его знает почему. Гастли. Вот это бы... Это... А, джин... Нифига себе, у нас джинкса даже нету. И у нас метанга нету. Я почему-то думал, он у нас есть. Я его, помню, ловил, но я думал, что я его словил, но что-то не словил. Ладно, потом словим. Потом мы его словим, конечно же. Так, это что у нас тут? Нифига себе, генерация какая-то. Так, все, идем, короче, дальше. Я так понял, камни листвы я хрен найду. Только... Да, че ты глючишь? 20 фпс, ты чё, сдурел? Камни, камушки. Ни хрена вас нету. Ох. Или я их просто не вижу, хрен знает. Ну смотрите, где, например, где? Кто у нас там? Баттерфри, да? 39 уровень. О, иди сюда. А Шайни Баттерфри, я вроде знаю, она точно такая же, как обычная, вот только зеленые глаза, вроде. Так, сколько вью счастья? 92. Во! Наконец нашел один. Смотрите, твою мать. Хрен заметишь. Ну, смотрите. Если бы я впритык не подошел, я бы хрен нашел вот это. Значит, нужно впритык подходить к каждому дереву. Почти впритык. Или просто порезать. Ну, в смысле, шанс чуть-чуть меньше стал, что они заспанятся. Потому что я помню, в предыдущих версиях они на каждом шагу, ну, на каждом дереве были. Вообще везде были. А вот сейчас... Чё-то их нигде нету. И при том еще так сделали, что хрен их заметишь. Не вижу, ну, честное слово. Да, твою мать, вот эти лаги. Хрен заметишь. Наверное, все-таки я куплю этот камень, не буду я себе мозги парить. Вот с этими поисками вот этого камня. Вот, еще один. Хотя, вот так побег... О, еще один. Ну ты дурак, ну Катерпи, ну... Ну харе глючить. Кого я там слышал? Наверное, Вульпикса, наверное. Нет, тут нету, мне показалось, что там есть камень. Там тоже нету камня, нету. Так, тут... Ни камня нету, ни
Нифига нету. Farfetch, 37 уровень, иди сюда. Сейчас мы тебя зафарфетчим. Лаги. Да твою мать, твою мать. О, гример эволюционирует. Во, наконец-то. Допёр до него, что нужно эволюционировать. Я даже про него забыл. Кем ты там будешь? Я помню твою эволюцию, но я забыл, как она называется. Три буквы. Я помню, что вроде три буквы. Мук. Вот, точно, мук. Сопли. В принципе, нормальный покемон. Бам-бам-бам-бам-бам. Тут-то дайл. Нет у тебя. Вроде все пишут, что возле воды. Ну, я думаю, что сейчас только возле воды всегда будем бегать. О, шахта. Сбегать можно? О, как раз гравий. Гравий до хрена, окаменелых нифига. У меня и факел вроде нет, чтобы осветить хотя бы немножко. Есть? Нет. Нужно сделать. Зря я сюда пошел. Твою мать. А, нет, можно тут пройти, отлично. Сейчас мы пороемся немножко в шахте. Действительно, немножко, не буду я тут долго засиживаться. Просто посмотрю, что и как. Какая это высота? 32. О! Да твою... Паутина. Зря я это копнул. Ладно, спустимся, если вода так уж хочет. Главное, чтобы сейчас пауки тут не заспавнились. То их куча вот в этих шахтах. Ну, спавнеры, в смысле. Пум. Гравий-йог. Такая высота. Нахрена я скриншот сделал. 20 высота, ну, по логике, тут уже вообще не должны спавниться. Вот и светишь офигенно. По логике, тут уже не должны спавниться фосилы, они спавнятся где-то до 20 высоты. Приблизительно. Так, в принципе, сейчас на этом уже можно будет закончить, но я вот только посмотрю, вдруг они заспавнились, вдруг. Гравий отдох... У, спаунер там, спаунер. Убегаем. О, идем сюда. Тут и гравий, тут и лава, тут и вода, тут и обсидиан, и вдруг тут алмазы, да? Главное не упасть. Так, ну вроде ни хрена нету. Вроде. Чувствует моя жопа, сейчас мы упадем, не знаю почему. Хотя... Хотя фиг его знает, упадем, не упадем. Ладно, сейчас убираемся мы отсюда. О, лазурит. Лазурит нам очень нужен. Действительно, очень. Так же, как и редстоун. О, пожрать бы. Нету ни алмазов, нету ни фосила, нету ни... Идем мы домой, короче. И да. В принципе, дорогие друзья, на этом все. О, нет, еще не все. Давайте вот это... Да. Хотя какой-то уровень. Я думаю, большой. Ну, 37 пусть будет. Там еще Райдон.
чё, идём ещё Райдона забабахаем. Даже два Райдона, один мелкий и другой большой. Но большой уже вроде пропал, или нет? Так, большой, 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 ты где? Вот. Вот он тут, вот он тут. Сейчас мы его за тут. Все, на этом, дорогие друзья, давайте закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.